Вопросы повышения уровня оплаты труда работникам бюджетной сферы обсудили 6 июня на встрече губернатора с руководителями отраслей и ведомств. Как отметили представители регионального министерства финансов, за последние 3 года на повышение зарплат было направлено больше 3 миллиардов рублей. В этом году в областной казне предусмотрено 685 миллионов рублей. Основное повышение пройдет с 1 июля. В среднем оно коснется повышения порядка 15% и по некоторым категориям выше, а 2 категории – это младший медицинский персонал и работники культуры – повышение пройдет с 1 апреля 2017 года. Повышение коснется сотрудников как областных, так и муниципальных бюджетных учреждений. Наша задача, чтобы уже в этом году, с 1 июля этого года, абсолютное большинство работников бюджетной сферы Ульяновской области почувствовало реальное увеличение заработной платы. И чтобы средства в областном бюджете, не секвестируя расходы, были изысканы за счет дополнительных доходов, за счет дополнительных источников, за счет внутренних резервов в обязательном порядке. По итогам совещания стало ясно, что большее повышение ждет младший и средний медперсонал и работников культуры. Для соцработников учреждений социального обслуживания оплата труда увеличится на 38%, а для педагогов, оказывающих соцуслуги сиротам, на 23%. Дарья Сударева, новости Ульяновской правды.